Всем привет, ребятки, с вами Сергей 56. Приехали вот в лесок посмотреть грибы. Были у нас ливневые дожди, грозы, гром. Вот решили после дождей съездить в лес посмотреть грибы. Погода у нас сегодня плюс 27, небольшой ветер. Так тепло. Комары только здесь, мошкара в лицу. А так нормально. Вот муравейник. Вот сколько там муравьев. Фермерское поле здесь. Посеял он подсолнечник здесь. Вот видно всходы. Вот они. Раз, два, три, четыре. Ну, вроде редки виднеются у него, как бы. Если вам видно на видео, не знаю. Но пока не особо. Они взошли. Всходы есть, но еще не сильные. Все, ребята, на этом завершу свое видео. Всем, кому понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал побольше уже. Посмотрим, влага есть. Влага есть. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем пока, до скорого, увидимся.